Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новый бокс FreeUSDT и регистрация и авторизация здесь по почте от Faucet Pay, так как здесь вкладки вывода нет на самом сайте, а монетки идут прямо на почту. Значит, после как зайдете, нажмете логин, введете адрес почты и заходим в кабинет, значит, прописывайте сюда сразу почту еще раз, кликайте на синюю вкладочку, и у нас здесь 4 крана. USDT, BNB, 3X, Dogecoin, выбираете любую монету или все монеты. И собираем. Давайте в 3x выберем. Это у нас кран. Раскадываем антибот и капчу. Что у нас? 4-3. 4-3-2. Капча. Мотоцикл. Подтверждаем. Кликаем клейм. Ну, кто бы сомневался. Везде у нас проверка пешехода. Ничего страшного. Так, значит, по новой клейм. Значит, 8-10 и 8-10. Ух. Велосипеды. Подтверждаем. Все вот это. Монеты с такого количества отправилось на Faucet Pay. Обновляем страничку. И что? FreeUSDT Instant вывод. 3x монеты 29 августа прибыли. Также далее идет таймер. Это домашняя страничка. На домашней страничке вот эти краны находятся. Далее короткие ссылки. Это по желанию, кому интересно, кто любит их. Я их терпеть не могу, пожалуйста, проходите. Также есть, и, ребятки, серфинг. Значит, смотрите, что у нас здесь. Какой-нибудь короткий, но 10 секунд, да? VIF. ADS вот на синюю вкладочку, вот эту VIF. Смотрите, кликаем, и здесь появляются монетки. В какой монете вы хотите? USDT, BNB, Tron и Dogecoin. Ну, я выберу Tron. Кликаем Tron. Нас перебрасывает на страничку. Идет таймер. Кликаем вот на эту галочку зеленую. Появляется капча. И разгадываем капчу. Подтверждаем. Возвращаемся. И вот такое вот количество уже больше. Обратите внимание, на просмотре сайта, естественно, больше заработок идет, чем на кране. Окей. Все, улетело это все у нас на Faucet Pay. Идем. Я перезагружаю страничку. И FreeUSDT. Вот. Количество это просмотров сайта 29 августа. Это я на кране собрала. А это на серфинге. Ну вот и все. Ну и да, так далее. Здесь 40 секунд, наверное, здесь уже побольше будет. И 5 секунд. Возвращаясь на домашнюю страничку. И вот здесь находится реферальная ссылка. Вы на нее кликаете. Ссылочка копируется. Кому интересно, собирайте монеты. Не интересно, не собирайте. Всем удачи. Всем пока.